Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон OnePlus 8 Pro. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве очистить историю ваших просмотров в браузере. Вот, допустим, я лазил где-то там, смотрел фотографии Илона Маска, разрешал что-то там, лазил, залез на какие-то странные немецкие сайты. И что же нужно делать, чтобы никто этого не увидел? Для этого вам нужно в правом верхнем углу нажать на три точечки, либо же, если у вас браузер не обновлен, как и у меня, нужно нажать на стрелочку, указывающую вверх, а затем нажать на кнопку «История». После чего нажимаете на синенькую такую надпись голубенькую «Очистить историю». После этого нажимаете «Удалить данные». Вот и все. История браузера была очищена. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока.